Прообраз современного парламента возник в Англии в XIII веке, когда король Иоанн Безземельный подписал Великую хартию вольностей. Согласно этому документу, король не имел права вводить новые налоги без согласия Королевского совета. Таким образом, Великобритания явилась первым государством, где парламент принял на себя всю полноту власти. Однако, несмотря на то, что родиной современного парламентаризма считается Англия, самыми древними законодательными органами являются парламенты острова Мэн, Тинвальд и Исландии Альтинг, созданные еще в X веке. Принимать участие в Альтинге имели право все свободные мужчины. Он был местом не только принятия законов, но и разрешения споров. В 1000 году на Альтинге было принято одно из важнейших решений. Большинство высказалось за принятие Исландии христианства. Примечательно, что некоторые законы, принятые древним народным собранием, действуют в Исландии по сей день. Например, лошадь, вывезенная за пределы острова, пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, не может вернуться назад. Такой закон исландские парламентарии приняли еще в 982 году, и отменять это правило пока никто не собирается. Первый в тюркском и исламском мире парламентской республикой и первым демократическим правовым и светским государством стала Азербайджанская демократическая республика, основателем которой был Мамед-Эмин Расул-Заде. Первое торжественное заседание парламента состоялось 7 декабря 1918 года. Именно парламентом АДР впервые было признано избирательное право женщин. Особо примечательным этот факт делает и то, что в ряде европейских стран данная проблема на тот момент еще не находила своего решения. К примеру, в Великобритании женщины получили право голоса в 1928 году, а аналогичные законы в Испании и Португалии были приняты лишь в 1931. Среди других успехов АДР стоит отметить создание национальной армии, национальной валюты, национального банка и проведение экономической реформы. Первым успехом внешней политики молодой республики стало подписание Батумского договора с Османской империей, которое стало первым государством, признавшим Азербайджанскую демократическую республику. Парламент самой Турции, Великое национальное собрание или просто Меджлис, был учрежден в Анкаре 23 апреля 1920 года. Инициатором созыва нового представительного органа страны стал лидер национально-освободительного движения генерал Мустафа Кемаль. Свой первый межгосударственный договор Турецкая республика подписала с Советской Россией. В России первым подобием парламента была Боярская дума 16-17 веков. Первый же в истории Российской империи представительный законодательный орган был образован в результате революции 1905 года. 17 октября того же года императором Николаем II был подписан манифест о том, что никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы. Израильский Кнессет, функционирующий с 1949 года, во многом обогатился британской парламентской практикой. Первый секретарь Кнессета Моше Розетти, которому в молодые годы довелось работать в Вестминстере, ввел в обиход традицию открывать заседание тремя ударами деревянного молотка. Среди других первых устоев израильского парламента были, например, запрет на курение в зале, запрет на аплодисменты и на предоставление воды выступающему оратору. Впрочем, последний запрет, возможно, объясняется тем, что председатель Кнессета первого созыва Йосеф Шпринцак не любил бесконечных речей ни о чем и часто поговаривал, шутя, что длинная речь укорачивает жизнь. Первым представительным органом на территории современных Соединенных Штатов Америки стала Генеральная Ассамблея, образованная в 1619 году в Вирджинии. Прототипом современного Конгресса был созванный в 1774 году в Филадельфии Первый континентальный Конгресс. Однако парламентом данный орган считать нельзя, так как это был в сущности съезд представителей независимых штатов. Результатом Второго континентального конгресса 1776 года стало создание статей конфедерации, которые предусматривали в том числе и учреждение конгресса представителей от штатов. В 1787 году в Филадельфии Конституционный конвент разработал Конституцию США и модель нового американского конгресса, который начал функционировать 4 марта 1789 года. В 1800 году конгресс переехал в здание Капитолия в Вашингтоне.
Существует ряд международных органов, в той или иной степени подпадающих под определение парламента. Как правило, они работают в структуре какой-либо международной организации. Такие органы чаще формируются из представителей национальных парламентов. Всенародные выборы в законодательное собрание проводятся в Европейском Союзе, Андийском Совете, в парламенте Центральной Америки. Парламентские ассамблеи из представителей парламентов имеются в частности в Совете Европы, НАТО, ОБСЕ и СНГ. В Женеве функционирует Межпарламентский союз – Ассоциация парламентов мира. В 2008 году в Стамбуле учреждена Парламентская ассамблея тюркоязычных стран. Современная демократия требует, чтобы хотя бы одна из палат парламента избиралась непосредственно населением. Выборы проводятся регулярно, как правило, раз в 4-5 лет. Однако в некоторых ситуациях проводятся досрочные или внеочередные выборы. Основанием для проведения таких выборов может быть роспуск представительного органа, отставка выборного лица или отрешение его от должности. В ряде демократических государств досрочные выборы не практикуются. Так, в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его место до окончания срока занимает вице-президент. В Японии, являющейся парламентской демократией, отставка правительства также не влечет за собой досрочных парламентских выборов. Новый премьер-министр избирается действующим парламентом и приступает к формированию кабинета. Международный день парламентаризма отмечается 30 июня. В этот день, в 1889 году, был создан Межпарламентский союз – глобальная организация парламентов. Этот день призван подчеркнуть важность парламентской системы и роль парламентов в улучшении жизни людей во всем мире. Лейла Визирова, Рувшан Ильясов, CBC.